Куско! Наш поприветствовался, да? Куско, давай прячься за угол, или они нас окружат! Кто окружат вас на вагонетке? Кто? Хай! Болт Бестрогановский. А, так я и управляю, это Аладдин. Это тупо ледяная гора из Аладдина. Она сюда перекочевала. Осторожно, Куско, они могут нас окружить. Кто? Бесы в твоей голове могут тебя окружить неожиданно, Патча. В чем проблема? Палец соскользнул. Да что я сказал, да? Император Куско проходится. Сколько я пытался пройти ледяную гору Аладдина? Ах, да, лет 7, наверное, да? Примерно, ну так, плюс-минус. А, это вот этот... Понятно, вот эти вот секретные руны древних инков поворачивают мою вагонетку. Ну понятно, это чисто по физике все работает. Так еще Ньютон написал в своих учениях. Руны помогают изучать физику. Элис права, мне нужен был отдых, чтобы поправиться. Элис была права. Кто такая Элис? Да-да, мы все будем работать как раньше. Тихо-тихо-тихо-тихо. Как? Куда? Итак, ладно, я так и хотел. Слушай, не забывай про кнопки прыжка, ведь это очень важно. Как ты оказался тут, Тиба? Тиба, видимо, не забыл про кнопку прыжка. Что ты делаешь в катакомбах? Почему ты не на уроках? Все, засекай. Yep. Засек? Да? Сколько? Секунд 5? Послушай, парень, получше заботься. Я же император. Правда? О, мы так напуганы. Что ты крутишься, дурачок? Дурачок? Крутишься, квадрат. Это что, и вправду герой? О, ну мы посмотрим. Ты умеешь играть? Да, как бы... Да! Дурак подкидной. Балда, что это? Острая передача, конечно. Просто набровку, набросик. Опа, Месси! Ну, да, Лионель. А, ну... А вот и он. Что тебя задержало? А так, пара вещей, стой, пара покупок. Это так смешно. Пошли вперед. Куско, давай прячься за угол, или они нас окружат. Кто? Тут нет углов, Патча! Каким макаром это происходит? Вот какого... Чёрта! Ты не попадаешь туда. Я заехал точно на поворот. Нет, ну Патча решил не поворачивать, потому что Патча никогда не сворачивает со своего пути. Он настырный. Вот так он завладел всеми женщинами в своей деревне. Особенно Эмили. Эмили! Знаменитая! Вот что это за... Раша какая-то непонятная, катакомбная. Воу-воу-воу-воу! Ну понятно, тупо вылетел из трассы, да? Катакомбс 4. Да. Я потерял кнопку прыжка. Ты дурак, как ты мог потерять кнопку прыжка? И вопрос! Крестик, и вопрос! В чем вопрос? Ты ешь много сахара, не так ли, парень? Что? Это место должно быть населяют призраки? Да. Что за бесполезные крестьяне? Привидений тут нет. О, да, ты знаешь, парень, я думаю, что тебе нужна помощь. Психологическое, по-моему. Можно так же, когда я буду сдавать прыжок в длину на физре, сказать: «Я потерял кнопку прыжка! Сорри!» Не буду сдавать прыжок. Ладно, ты что, тупой? Давай прыгай! Вау, Куско, ты выглядишь смешно! А ты нет! Ты выглядишь как настоящий деловитый мужчина, да? Бизнесмен. Я? Смешной? Как это? Как клоун? Как комик? Как комедиант? Это все одно и то же. Нет-нет, это я просто так. Где ты так долго пропадал? Если думать по-твоему, то ничего не стоит пройти сквозь стену. Давай пойдем искать Изму. Нет, столько не твою за ногу, катакомбы 5. Я доеду до Измы когда-нибудь в своей жизни. Кто дал разрешение Изме вот строить вот это? То есть Куско такой, да ну, срать, кто? Что, Изма, да пусть катается, чё ей? Кронка эти пируэты уже наизусть выучил. Потому что Кронка способный гонятель по трассам. Завсегдатай трассы. Обманочность. На кой хрен этот прыжок нужен здесь? Надеюсь, тут не будет парня с ламой, который ты не обгонишь мою ламу на своей ламе, а лама? Эти гротанские катакомбы просто отбитые, конченые катакомбы. Ненавижу эту миссию.
куда-то летит! Хотя бы раз! В чем рофл, я не могу понять. Как мне долететь туда? Он ничего не прожимает, у меня нет скиллов здесь. Вот сколько раз я отлетел на этой горе, вот столько попыток я бы сделал, если бы у меня не было квиксейвов в детстве. На самом деле не сделал бы, лаборатория. Правильно, давай разделимся и поищем пузырек, чтобы превратить меня в человека. Ладно, тебе не кажется, что здесь немного страшно? А раньше до этого было вообще не страшно, абсолютно. Это так странно, а? А? Так ты идешь в дверь налево. Слева от кого? Окей. Окей. И остерегайся всяких там монстров, они любят поесть маленьких толстеньких крестьян. Он не маленький, ты не заметил? А? Я же ничего не говорил. Ха-ха-ха. На Эпка пойдем за Пачи. Чекпоинт. Судя по тому, то что тут нет Пачи, я думаю, Пача закончил свое путешествие на этой комнате. Да! Потерял две жизни. Пача, ты дебил. Это все, что я могу сказать тебе. Тупо дурак. Эй, Куска! Что ты там делаешь внизу? Я тут провел годы. Я думаю, что я нашел что-то. Провел годы, да, молодые. Умри, Куска. Только не снова. Только не снова. Пожалеешь? Ну, давайте. Боги! Активировать силу! А на Sailor Moon пони активировать силу? Пошел, дебильный Пача. Дурак конченый, отсталый. О, ты сделал это! Куда ты упал, Пача? Как ты добрался сюда так быстро? Он гений. А что за животное там было на эскалаторе? Каком в жопу? Эскалаторе, мы в... Фигуры! Что было на том эскалаторе? Эскалатор! Конечно! В мае, в средневековье у Куска был эскалатор. Какое животное там было? Фигуры! Арагамы! Вот, попробуй новый пузырек, который я нашел. Пока падал. Попробуй, в лицо. А, спасибо, да. Не, только не сначала. Мы не дойдем до двери вовремя, я понесу тебя. Может, не надо? Я сохранюсь. С дороги они проходят. Кто? Не надо, пожалуйста, Куска. No way, Хассе. Ну, привет. Тоби, Кронк. Пача тупо на ногах несется. Он действительно не понимает то, что Кронк машина. Ты такой быстрый, даже странно. Я в шоке. Вот, попробуй. Ты нашел у Кронка по дороге. Ага, попробуй. Спасибо. А, блин, нет. Ничего не говори. Только не это, нет, пожалуйста. Правильно, ну на всякий случай хочу заметить, что лягушки передвигаются быстрее прыжками. Спасибо. Зайду. Я пройду. Мужчина, я пройду. Ага. Зайду, срать. Ты пытался столкнуть назад? Да, пытался столкнуть назад. Занимаюсь этим уже 18 летсплей подряд. Толкаю назад. Прогресс. Так, давай проясним. Если ты уплывешь без меня, то будет очень трудно. Уплывешь, да, дрейфуешь. Если мы будем держаться вместе, то доплывем до конца. Может, я захвачусь за тебя, да? Классно, увидимся. Если мы будем держаться вместе, то все будет круто. Конечно, Пача полетела, я остался. Вот это, конечно, тимворк, между прочим. Ой, Пача, господи, кто ж тебя создал такую? Каждый день, каждое утро крестьянин, торжествуя, просыпается, смотрит на дворец, а там вот это вот происходит. Тупо Данки Конг. Да. Ладно, ладно. Что Пача держит? Бездна! Ну бездна, ну как обычно! Эй, да, как обычно, бездна. Тупо бездна. Я знаю, что там справа что-то есть, не надо мне кричать, что типа хренады, там справа приколы, я знаю, мне похрен абсолютно. Да, Пача, держимся вместе, тимворк. Что бы я делал без Пачи? Ничего! Пача тупо член команды. Я ж не понял. Ну конечно, да. Ой, ну как понять-то? Да? Никогда не поймешь. Надо всю катсцену посмотреть, чтобы понять, что же там происходит. Иногда полезно ждать. Но не сейчас. Когда тебе задолбала эта игра в край уже абсолютно. Куда? Я тупо в шоке.
Я тупо шокер. Я ненавижу эту игру. Самая тупая в мире игра. Самая дерьминская, самая конченная. Господи, кто ее создал? А да, Дисней, Дисней. Ура, блин. У меня такое чувство, что ты пойдешь в этот отдел. Нахрен ты пойдешь, Патча? Как это вышло? Я не знаю. Эй, я тебе... Ага. Что нам теперь делать? Выиграть игру. Мы пройдем туда, потом дойдем до последнего уровня, потом победим Изму и вернем меня в меня настоящего. Ништячок, просто. Это не последний уровень. Чекпоинт, следующий уровень. Жопу, говно. Все, даже если это последний уровень, плевать. Спасибо тебе за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, все делитесь со своими друзьями. Спасибо тебе за просмотр, удачи и пока.